Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. Я ходил в киношколу. Буду откровенен. Я не хочу сказать, что вы там ничему не научитесь. Вы научитесь куче всего. Они научат вас правильным вещам. Вы заплатите больше, чем необходимо, но вы узнаете много всего. Главный вопрос в том, что вы будете делать со всеми полученными знаниями, со всем, чему вы научились в этих киношколах за год или два обучения. Что делать с этой информацией сразу после выпуска? Зачем она, если после выпускного вас никто не возьмет на работу? Зачем вам это нужно, если вы не сможете применить все, чему научились? Я видел такое много раз. И если вы поговорите с выпускниками киношкол, они все скажут то же. Не могу найти работу. Всем плевать, что я был в киношколе. Никто не берет меня на работу. Всем плевать. Не поймите меня превратно. Дело не в киношколах. Они дадут вам нормальное образование. Но что потом? Ничего. Ничего. Скоро вы узнаете, что диплом ничего не значит. Он не поможет найти работу. Познав реальность, вы обратите внимание на работу, которую не хотели, когда искали работу мечты. И затем вы узнаете, что режиссеров не берут, пока они не именитые режиссеры. Так что же делать режиссеру, чтобы попасть туда? Просто. Всего лишь снять суперфильм. Подумайте об этом. Что сделали Тарантино, Спилберг, Хичкок, Питер Джексон, Кубрик, Линч? Что они сделали? Они сняли отличное кино. Кто-то увидел его, их признали, потому что у них есть талант, и дали сделать карьеру. Дело в том, что они сняли супер кино, чтобы попасть туда. Я не говорю, что вы ничему не научитесь в киношколе. Образование — это прекрасно. Но сейчас 2016 год, и вы не должны думать, что просто отучитесь в этих дорогих киношколах, получите суперобразование, выйдете с бессмысленным дипломом, и вот вы режиссер. Я режиссер. Режиссер где? На телевидении? Вы режиссер, снимающий что? Фильм за 10 миллионов фунтов? Фильм за миллион фунтов? Хотя бы фильм за 10 тысяч фунтов? Все не так. Пора включить мозги. Хотите, как Тарантино или независимый кинопроизводитель, и зарабатывать на жизнь как режиссер? Снять великое кино. Как это сделать? Прежде всего, у вас должен быть талант. Во-вторых, вы должны научиться, как это делать. Я прав? И вы можете сделать это при помощи самообразования. Посмотреть целую кучу фильмов, DVD, документалистики, истории создания фильмов, прочитать много книг, найти наставника, кого-то, кто взял бы вас за руку, смотрел бы через плечо, сказал бы, как правильно выставить кадр, что такое отлично прописанный проект, показал, как работать с актерами. Для этого нужен наставник. Вам нужно учиться, поэтому учитесь умно, в частном порядке. У профессионала, который либо режиссер, либо оператор. Будьте рядом с ним или ней и задавайте все свои вопросы. А в свободное время читайте, читайте, читайте. Потом идите к наставнику и учитесь, учитесь, учитесь. Потом снова читайте, читайте. Затем попробуйте снять свой фильм, и если у вас есть таланты и амбиции, возможно, у вас получится хороший фильм. Будем надеяться. И если он будет хорош, вас заметят. И если вы будете хороши, вас заметят. Вопрос в том, как стать достаточно хорошим? Ответ — самообразование и ученичество. У кого-то, кто делает то, что хотите делать вы. Удачи! Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте кликнуть по кнопке «Подписаться». Если вам понравилось, можете смело поделиться. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Давайте, ребята, всего вам. Пока!